Здравствуйте, дорогие мои друзья! Это мой очередной обзор на моих вот таких вот новых кукол. Если честно, я этот обзор уже снимаю четвертый раз. У меня не хватило времени, или я слишком много болтаю просто про них. И вот сейчас вот почти доснимала, и у меня отключился, не хватило мне немножко заснять. Вот. Ну, в общем, ладно, я много говорить не буду. Вот. Такой вот дневничок у них был, который все там по-английски написано, потому что они из империи кукол. Вот такая вот расчесочка, подставочки с ними шли. И, ладно, расскажу про этих кукол вместе, потому что по отдельности снимать это очень долго, и поэтому мне и времени не хватило на съемку. То есть макияж у них полностью одинаковый, кроме губ. У Меолодии черные губы, у Персефоны идут синие губы. И как вы все видели обзор, у меня уже есть Меолодия вот такая вот. Это идет Меолодия из монстрических каникул. Вот, волосы просто я распустила и помыла. Но сейчас не о ней. О ней вы обзор найдете на моем канале, также на YouTube. Канал Котенок Кэт называется. И хвосты могут образовать вместе сердечко. Вот, значит, волосы у них разные. У Меолодии белые, у Персефоны черные. Находятся у них одинаковые украшения на волосах. То есть они сделаны волосы в пучок. Мыть их не буду, потому что они будут тогда очень короткие, наверное, вот так где-то. Тем более мне нравится вот такая вот прическа у них. То есть пучок вот такой. Вот. Одинаковые украшения у них практически, то есть два клубка с нитками, у них только здесь отличаются спицы. У Меолодии красные, вставлены в клубок, а у Персефоны желтые. Так. Еще по бокам у них вот здесь вот две пряди, вот эти вот. У Меолодии она белая с черными полосками, а у Персефоны белая прядь с черными тоже полосками. Потому что если бы сделали ей черную тоже прядь, то бы никак было бы сделать черные полоски на черной пряди. Вот. Идут у них ожерелья вот такие вот, одинаковые абсолютно. С шипами вот такой вот, как бободок. И здесь у нас кулончик свисает, скелет рыбий. Вот, они у обоих голубого цвета. Жилетки вот такие, которые снимаются. И там платье идет у нас на лямках прозрачных. Эти жилетки, они тоже разные. У Меолодии черные, у Персефоны красные. Вот. Платье у них тоже, хоть и одинаковые, но они все-таки разного цвета. У Меолодии идет красное вот такое с синими там подтеками вон и различными линиями. У Персефоны идет черное платье тоже с бирюзовыми вот линиями и красными подтеками. У них идут практически оформленные одинаковые сумочки, но они просто разукрашены в разные цвета. У Меолодии черная сумочка с голубой мышкой. И вот здесь даже есть молния, если присмотреться. И замочек. Здесь также. Здесь желтая молния. Вот, красная мышка и голубая сумочка. Браслеты у них тоже разные, кроме вот этого вот синего браслета. Вот, вот эти вот два браслета, они идут голубого цвета. А вот эти вот браслеты, они идут разного цвета. У Меолодии красные, вот это как ремни идут, здесь даже можно застежки увидеть. А у Персефоны желтого. Хотя, честно говоря, я не понимаю, зачем ей здесь желтый браслет, потому что ничего желтого я у нее не вижу, кроме вот этой молнии. Но она очень значительно маленькая, и сумочки я не храню на куклах, я их убираю все. Поэтому желтый браслет как бы здесь ни к чему. Вот. У Меолодии хорошо сделали красный цвет под платье. А вот у Персефоны надо было ему сделать ей не желтый браслет, а черный. Но тем не менее, вот он есть, как бы, и снимать их тоже не буду. Вот. Снизу платья у них идут вот такие вот как бы нарезы, вот из такой сеточки. Но у Персефоны я вижу, они везде вот здесь вот есть, как бы, особенно спереди много. А вот у Меолодии здесь как бы оборвано идет. Вот. Здесь часть немножко оборвана. Хотя, если ее так сделать, о, здесь тоже есть. Но здесь
в принципе, много. Здесь у меня лодей не очень много, здесь вот немножко у меня сзади все-таки оборвано вот тут вот. Хотя, по-моему, если посмотреть вот здесь вот, у Персифона у нее тоже вот здесь вот немножко оборвано. Значит, это, наверное, так и есть. Вот. Просто здесь, наверное, не дошили немножко. Но это ничего страшного. Вот. Также у них находятся вот эти полосы, вот, которые раскрашены белые, вот. У Меолодии на левой ноге, у Персифона на правой. Также на руках. У Меолодии на правой ноге, руке, у Персифона на левой. Вот. И вот такие вот у них идут туфли модные, которые раскрашены двумя цветами. Вот здесь у них рыбий скелет также. Вот голова рыба и скелет идет. У Меолодии идет. У Меолодии идет туфли у нас красно-черные, у Персифона бело-красные. Вот. Ну, так-то они, по сути, если их особенно раздеть, они могут быть даже и одинаковыми. Но, хотя, если посмотреть на их волосы, то без одежды даже они все равно будут разные. И если посмотреть на их цвет губ, потому что у Меолодии черные, у Персифона они темно-синие. Поэтому даже если их раздеть, они будут все равно разные. Вот. У Персифоны немножко у меня здесь торчали вот эти волосы в пучке, поэтому здесь их залила лаком, чтобы они вот так вот опустила и залила лаком, потому что у Меолодии вот они нормально здесь, то есть они не торчат, а вот и прям вот так было и прям вот сюда аж поднимались они, то есть некрасиво было. Вот. Ну вот мои новые куколки из Monster High, коллекция Zombie Shake, Меолодия и Персифона. Вот. Они дочери веркошек, ну или кошек-оборотней.